В правдивость новости поначалу никто не поверил. Зрители подумали, что это просто очередная шутка артиста. Но вскоре сообщение подтвердил представитель телеканала, представив нового напарника Павла Воли. Ведущим Comedy Club стал 30-летний стендап-комик Андрей Бебуришвили. Уже следующий выпуск программы выйдет с обновленным составом. Гарик попрощался с шоу на своей странице в соцсети. «Все, ребята, было прекрасно провести с Пашкой все эти годы, но пора уступать дорогу молодым. Бебур, в добрый путь, а я наконец-то спать», — написал юморист. При этом последний эфир с Харламовым не обошелся без скандала. Гарик со сцены выдал свое отношение к журналистке Ольге Скобеевой. Комик подколол телеведущую под одобрительный гул толпы. Харламов пошутил, что после шоу с красавицей Ольгой не может думать об интимной жизни, и публика грубую шутку встретила бурными овациями. Что интересного в амурских тиграх? Они даже сами себе не интересны, поэтому они и не размножаются, им не интересно это делать. Наверное, сидят, Скобееву смотрят. А после Скобеевой размножаться не хочется вообще, заявил Гарик. Вероятно, телеведущая не оставит эту реплику без ответа. Осталось дождаться реакции Скобеевой.